Привет, мои дорогие друзья, еще раз. Но прыгаю, Юрика же нету, сам все делаю. Третий пятничный анекдот у нас. Короче, гаишник такой тормозит, грузовик. Подходит к шоферу и такой ему: слышь, мужик, вот ты ездишь туда-сюда, я тебя уже пятый раз спрашиваю, что у тебя, сука, все время из машины сыпется? Шофер ему такой: товарищ капитан, я вам уже пятый раз объясняю. Зима, гололед, песком посыпаю. Ребята, здоровья и процветания вам, не болейте. Хороших вам выходных. Сейчас будет еще один, не уходите.